Еще всем здравствуйте, с вами Найкуша. Сейчас посмотрим матч Манчестер Юнайтед Эвертон. Ну, тут на самом деле понятно, что Эвертон либо новичок, либо плохо играет. Не знаю, и тут, понятное дело, сенсация очень маловероятна, но вы знаете, есть такие матчи, когда действительно, ну, как бы заявные фавориты проигрывают матчи, и как бы все может быть кубок. По-моему, это кубок, да. Так что посмотрим. Этот матч, не знаю, может у них первая лига, потом кубок. Не в курсе. Сейчас подождем. Пару минут еще прогрузится, они там канды поставят и будем смотреть. Так, ну что, быстро достаточно они определились составами. Ибрагимович уже наносит на первой минуте встречи удар по воротам. Ну, слушайте, у Эвертона действительно достойный состав. Но не знаю, по каким причинам тренер не играет, но лично я вот его выиграл 8-0, но честно, я не хотел там 100 голов забивать. Я вижу, что некоторые действительно играют на голову. Ну, может, это логично. Ну, я выпустил фиолетового Кейна, и он с 10 выходов 1 на 1 запорол, ну, почти все, там один в пустые ворота уже добил. Поэтому, ну, не знаю, тоже пофиг было. Поэтому я не думаю, что Пастор тут будет прям тоже до 10 мячей играть там больше. Эриксон Сен. Вейн Руни. Вейн Руни бежит, Вейн Руни. Жервиня. Навес неплохой. Хён Сон Мин может ударить. Хён Сон Мин. Ну что ж ты оттуда-то не бил, братан? Надо бить. Бахнул красный дошек с Чили. Удар под бы приходится. Ой-ой-ой-ой, удар и... Ой-ой-ой-ой-ой, что бы это красная карточка сейчас будет, нет? Что происходит вообще? Трап желтая за... Боже, там уже гол был. И трап нарушает зверские правила. Ибрагимовичу может быть травма. Тейшейра гол забивает. 1-0, но Ибрагимович, скорее всего, травма. Первым же подкатом Ибрагимовича вынесли. Эриксон. Да, травма Ибрагимовича. Ну, думаю, будет, наверное, играть с ним. Эрейра, Эрейра, дань удар и... Трап отбивает. Трап стоит на воротах. Навес. И сейчас будет аут. Блин, чили перец прям нормально сейчас жарил так. Фух. Я насыпал просто дофигища красный дождь еще, чтобы нормально язву полечить. Кто там с МЮ будет играть, давайте выстраивайте очереди. Посмотрим сегодня футбольчик. Уже к этому сотая трансляция, наверное. С участием пастора. Минут встречи, пока Манчестер Юнайтед обыгрывает. Эвертон, Тейшейра, дальний удар и трап на месте. Неплохой вратарь раньше был, кстати. Играл он даже
там, был шанс за сборную поиграть немножко, но Нойер там настолько крут, что не дают даже Терштегену, который сейчас откровенно лучше гораздо играет. Нойер. Ибрагимович с травмой почти забил, ай-яй-яй. Буквально там сантиметров не хватило, чтобы мяч от перекладины, от штанги влетел в ворота, но... Хёнсон Мин прорывается, но тут Малда. Погба. Маймэпу. Вот так вот. Жервини нормально выносит корпусом, походу, то ли в Канде, то ли он так хорош прямо в игре, что просто два раза у защитника вынес корпус. Все. Без проблем. Янг. Марсельскую рулетку крутит. Погба, плохой замах. Хёнсон Мин отбивается уже в защите. Хёнсон Мин прострел, неплохой удар, и в Колгейта мяч попадает. Ну, как бы вы знаете, да? В рекламу Колгейта. Нормальная тема. Маскирана. Так. 27 минута встречи. Тишина. Погба. Джервини. Может получиться контратака неплохая. Вейн Руни. Но тут матч по Валерейра. Это всегда опасно. О, Ромал, Ромалха. Да, это матч, не помню. Майкон. По-моему, это вообще полная херня. Майкон скатывает, но нет. Никого нет. Штрафной. Эрейра. Ну, есть, но они закрыты. Будет так корректно сказать. О! Выпил жижу. Короче, сейчас будет ГГ. Стример сейчас улетит в небеса. Ой, какой сладкий удар от Майкона. Приходится он в штангу. Ну, так вот. Погба, Зибрагимович, Майсон. Неплохо, неплохо, Майкон. Ай. Возможно, сейчас будут какие-то корректировки. Ну, конечно, обидно, Ибрагимович тогда, как бы там уже гол был от Ибрагимовича, по сути. И трап просто внес Ибрагимовичу в ворота, там еще об штангу его ударил. И, казалось бы, Ибрагимович был с мячом уже на линии, но это красная карточка, ну нет, щадит судья Эвертон. И есть шанс еще пока у Эвертона, без каких-либо приколов. Потому что Сойер, например, Вест Хэм не обыгрывал. Вест Хэм красавчик. Вест Хэм хорошо играет, кстати. Если брать, да, из таких полунучков. Ну, Вест Хэм тоже много пропускает, я смотрел. Он хорошо очень в подкатах играет. То есть, когда-то переигрывает, о, нормально. Это что сейчас было? Ну ладно. 1-1 вот так вот. Эвертон отыгрывается. Ибрагимович. Тишер, ух ты, 1-1. Нет, тут трап. Чем игра интереснее? Эрейра. Хёнсон Мин. Эриксон. Вейн Руни. Может, второй сейчас надо забить Вейн Руни. Эриксон. Когда уже Эриксон апнет, никто не скажет. Как перестанут апать Ливерпуль, апнут Эриксон удары. Он лучше по дальним ударам, блин. Даже к чемпионату мира, к отборочному, он был лучше. Я это не перестану повторять. Он там 10 голов, по-моему, забил вообще из штрафной.
они реально прикалываются, или что? Когда будет ап, ну, игроков не только Ливерпуля и Реал Мадрида? Погба, неплохо. Ибрагимович, выход 1-1. Чипшотом забивает, главное. С травмы Ибра. Показывает свой нос, красивую прическу. В стиле сенсея. Оп, обработал и чипик такой. Нормальный, элегантный чипик. Погба дает игровую передачу. 2-1. На честь минуты выходит вперед. Пока куленки мы не видим. А Васьки голов у Эвертона. Игра, по сути, такая. Не то чтобы напряженная, но пока не знаешь. Но если Погба еще один автоголос забьет, такой прикольный, то... Ну, Тишейра хочет забить еще в мяч. Сейчас будет перекидывает. Нет. Ну, Кирилл Трапу сегодня очень много работы. Так, Ибрагимович перехват. Майкуан, Ибрагимович дает нет. Не получается отнять. Калгейт. Джулини неплохо, но пас не точен в итоге. У нас мячом Эвертон нет. Перехват. Много у нас перехватов. Борьбы в этом матче. Ибрагимович нет. Игелка. Тишейра. Чипшот. Абсолютно это личико Тишейра. Страх. Он вообще не похож. Не знаю, кто целитель был. Ну, прикольно, так подсек мяч перед трапом. Ты один. Хён Сон убегает за боковую. Ну и все. Свисток окончания этого тайма. Первый тайм у нас отметился классным автоголом, пенальти и выносом Ибрагимовича, который играет, забивает. Кто пофиг, ну тут уже статистика такая достаточно мощная. Ибрагимович забил один, Тишейра два. Ну что, Ибрагимович все равно играет, Эриксон. Классно. А, Игала вышел. Хён Сун Мин может ударить оттуда. Хён Сун Мин почти. Неплохо. Почему раньше Хён так не бил? Хён Сун Мин. Короче, кореец. Маскирана. Маширана. Классно, Игала. Погба. Лейтон Бэйнс, легенда Эвертона. Гала. Руни выходит. Руни удар и не прошивает. Ну, Руни мог дальше идти. Вейн Руни. Дехе хорош. Жесткий подкат. Руни там хотел, наверное, с чит-шота ударить. Майкуан. Рвет он Маскирана. Но Маскирана его в итоге корпус слишком сильно пробивает и штрафной. Ромалха. Эрейра. Пас на Майкона проходит отлично. Майсон. Прострел Погба. Какая обработка. Может, надо было в касание бить, я не знаю. Прикольно получилось. Игнал. Гала. Задрачивать не получается. Смотрим. Неплохо. С
мячом МЮ сейчас будет начинать атаку. Неплохой перевод. Диагональ пошла. Так пойдет правым флангом. Майкуан открывается. Неплохую передачу. Нарез. И через себя Тишер хотел пробить, но ему не дали. Так бы, может, красавец гол получился. Но ладно. Ничего страшного. Налдо. Налдо, у него такая пушища страшная. Криво ударил. Неудобный был момент для удара. Бейнс. Эрера перехват. Эрера, кстати, неплохо играет два матча. И очень активен. Много отборов, много пасов вперед. Неплохой футболист. Хотя он по скиллам, конечно, говнище прям. Опасная игра от Вейна Руни. И штрафной. Кеннеди, да. Да. Кеннеди не точен. Почему Бейнс играет справа, он же левша, нет? Может, какая-то задумка с левой ноги, да? Деревянный. Ух, неплохо, Вейн Руни там черпнул. А, это Эриксон, кстати. Налдо. Матич. Эрейра. Тишейра. И вновь штрафной. Очень много фолит Эвертон, конечно. Я думаю, что он это не со зла, но... Получается такая тактика мелкого фола. Как говорил. Один соскоец. Ох, Погба, удар в боковой флажок. Что это с тобой такое? Ну, знаете, уже матч так тихонько начинает тягомотным таким становиться. И как бы понятно, что очень сложно уже отыграться. А, это кубок, поэтому, в принципе, забивать-то... Фил Джонс уходит. Ибрагим еще дал все-таки отдохнуть. Вдруг ненароком красную травму еще получит. Вообще тогда будет не очень весело. Эриксон. Читает тут Эрейра, но Джерлини первый с мячом. Джерлини неплохо действует, но чего-то не хватает ему креатива, так скажем, с его действия. Главой. Лейтон Бэйнс. Винчит штрафную левой. Плохая подача. Маскерано. Эриксон. Удар. Погба. Погба пас на Тишейра. Майкуа. Неплохо. Налдо. Налдо. Центральный нападающий. Налдо. Налдо. Ай. Гала. Смолинг. Слайдинг. Демонстрирует идеально. Эрейра. Майкон. Колман. Вейн Руни. Вейн Руни. Вейн Руни бежит, но нет, это же. Вейн не образца там 2008-2007 года, чтобы он там носился по полю. Погба, Погба может отсюда ударить. Сейчас будет пушка страшная. Погба удар. И мяч пролетает рядом со штангой. Ну, как-то он неуверенно ударил, если честно, исполнил плохо этот удар. Такие микроподлаги. Хёминсон. Еще вновь подача. Никого нет в штрафной. Почему-то не очень грамотно выстрелились. И риски в данном моменте. Маскерано перехват. Налдо вновь перехват. Такая борьба. Много борьбы очень в этом матче. Много ударов по воротам Эвертона. Вот сам Эвертон не особо отличался в плане ударов. Как-то мельчил, что ли. Погба. Майкон неплохо играет. Погба с мячом. Погба крутит, вертит. Нет, Бейнс. Справа неплохо, кстати, играет, хоть и не левша, но на опыте, видимо. Гала нет, тут Смолинг догонит. Подкат Джонс, аккуратнее. Все-таки свои косточки хрустали надо беречь. Эриксон. Эриксон. Нет. Знаю, мне не нравится Эриксон, как он в песе сделан слабо слишком. Там скилл 86, там он играет максимум на 82, там пасы, он нарисован, я не знаю, лично мое ощущение. Погба, удальный удар! И Трап, кстати, офигел совсем. Врасплох его, Погба щечки ударил-то, по сути, на технику.
Там вообще силы не было. Ну, Руни, Руни. Джонс. Отлично играет. Руни с мячом. Руни не хочет проигрывать в этом матче. Говорит, устал я уже проигрывать. Хватит. Руни на вес и... Не доходит мяч. Так, Эрера. Пас на Тишера. Тишера может делать хиты. Тишера. Скат. Налда. Тут на Налда дабл. Налда. Налда. Разворачивается. Налда. Удар. В боковой флажок. Это скорее прострел был. Еще раз. Налда. Не получается Налда забить. Хочет пастер забить защитника. Ну, типа Рокли. Эриксон. Перехват есть. И контратака. Эриксон хорошо с мячом. 2 в 3. Нет. Не получается ничего. Эвертон. Джейми. Скорее всего, уйдет у нас. Руни будет на аукционе. Так что фанаты, наверное, побьются. Манчестер Юнайтед за него. Эрера. Ну, матч подходит к завершению. Я уже готовлюсь к следующему. Да, кто там? Вест Хэм будет или кто? Ливерпуль. Так сказать, стрема только начинается. Джерини. Подкат такой сочный получает. Ну, вроде без так сказать, без нарушения правил. Налда. Коряка дами. Все, свести уже судья. Дает он проатаковать Эвертон еще. Может, что-то получится. Игала. Игала, пас. Эриксон. На Джервине, ну все, красиво катает. Джервине, удар, и чуть-чуть не хватает. Ну, Дехе, на самом деле, на ноль-то сыграл, но вот предательский гол подбынул. Вот этот курьез. Ну, надо было бежать просто и брать мячом. А вот тут что-то непонятное произошло. Может, он хотел замах сделать. Ну, фиг знает. Потом узнаю. И тут и Ибрагимович просто на стиле.